Привет, друзьяшки и лубашки, меня зовут Лавиня, и сегодня я играю в игру XDRP. Сегодня видосик, так как у меня есть для вас новая крутецкая новость. Ну что, поехали, какие танцульки у нас есть? У нас есть пум-пум-пум-пум, кстати, зацените футболку, нет зомби. Пум-пум-пум-пум, вот такая вот крутая. Пум-пум-пум-пум. Короче, смотрите, пум-пум, ну все, поехали к новости. Рождество уже наступило! Готовы ли вы принять участие в первом рождественском мероприятии XDRP? Излишне говорить, что такое особенное событие войдет в историю, и вы можете стать его частью! Вау, ребят, круто! Сани? Интересно, какие там сани? Да, жители XDRP определенно не останутся без подарков, так как сани и северные олени готовы распространять рождественское волшебство. Вы уже написали письмо Санте? Конечно! А наш мир также был оформлен таким образом, чтобы вы могли наслаждаться прекрасным видом, подтягивая горячий шоколад и готовясь к ужину. Ох, ребятки, это будет крутой вечер. Оп-оп, крутой вечер, олени и сани, вот. Крутой вечер, олени в небе, как-то так, не знаю. В общем, вот такие олени, мне кажется, не слишком реалистичные, вот такие глаза у них. Они такие прикольные, я так понимаю, на них можно будет сесть, ну типа, и зачем эти штуки, я просто не очень шарю, ну типа, ладно. Вот эти деревянные, они какие-то 50 на 50. Вот это вот такое лицо, как их остановить? А ты по кайфу, я не знаю, до чего она хочет дотянуться. Короче, смотрит куда-то, улыбается, а это сани. Сами с рисунками. О, там подарки видится. Ха-ха, дед. А это же не Дед Мороз, нет. Не могут это быть. Это не Снегурочка, это не Дед Мороз. Не пудрите мне мозги. Нет, не обманывайте. Троес Наталинас. Вы думаете, я поняла? Нет. Как мы могли позволить вам провести Рождество без соответствующего праздничного наряда? Независимо от того, являетесь ли вы более официально элегантный или более игривый, у нас есть идеальный наряд, чтобы провести вечер у елки. Я выбираю это. Ну, если честно, ну это еще, а это какая-то, не знаю, ну платье, конечно, топ, а какая-то обычная. Ну вообще, я, наверное, возьму у нее только платье. Ну как, я бы, конечно, буду все носить, но вот это прям, прям такая вот лучшая вот этого лица просто. Короче, вот это, да, она лучше, у нее прическа еще, как у моего персонажа. Подарки, конечно же, вы также можете найти множество рождественских подарков в сувенирном магазине. С этим свитером и шапочкой никто не замерзнет, и вы не будете выглядеть старомодно без потрясающей белой бороды. Вот белая борода с усами, свитер и шапка, круто! Тебе это нравится? Конечно! Новое обновление XDRP выйдет на этой неделе, следите за новостями и моим телеграм-каналом Лавиня Ют, ведь там меня... Регулярно, получается, выходят обновления XDRP. Там, конечно же, можно скачать, а ссылочка в описании. Вот. Вот такая вот крутая новость. Ну что, ребятки, она мне очень нравится. Я очень жду это рождественское обновление, тем более в XDRP. Ну, кроме Хэллоуина, особо ничего не было. Ну как, Хэллоуин очень крутой, а вот именно что-то в тематике Рождества не было. Я хочу посмотреть, есть ли у нас новогодняя шапка. Ну, типа, может, добавляли ее и так? Нет, я не вижу шапку Деда Мороза. Странно. Кстати, появился дом-бункер. Я не поняла, как это он появился и без меня, но ладно. Погнали его здесь, давайте. Не, хочу в каком-то крутом месте, чтобы покрасоваться. Вот тут вы вместе на море. Ой. И... Ага, так, сурвер-бункер. Ага, он у нас за 600 монет. Давайте, бай. Бай-бай, я готова, окей. Дом-бункер, бюлит. Погодите, мне интересно, как он снаружи. Типа, я могу... СКМ. Ты знаешь эти четыре буквы М? А я сейчас реально упала и не заметила. А что, если нажать на эту? На эту? Давайте. Ага, они все, типа, делают воду? Ну, прикольно. Так.
Ага, This House is Locked. Я его не только для себя закрыла. А, я его не только для кого-то, но и для себя. Ну хорошо, я скоро его открою. Погодите, мне интересен он снаружи. Я как-то туда вывалилась жестко. Your house is unlocked. Он открыт. Ну все, заходим. Не тут же вход, да? Не обманывайте, не тут. Ага, тут вход. Все. Вас всех красивенько обманули. А, или там вход. Ладно, короче, то и то входы. Погнали. Получается такой дом-бункер. Еще можно, так понимаю, пройти сзади. А тут особо ничего нет. Тут есть у меня кроватка, чтобы ее положить. Ладно, я хочу покрасивее этот дом устроить. Да. Дроп-кон. Типа, вот что-то я нашла. Деньги, деньги можно? Ну, типа, тут я копила деньги для себя. Вот, дроп-мани. Еще мани. Вот, мани. Тут я решила пиццу себе положить. Да. Короче, и сразу съесть ее. Тут у меня, кстати, кавер. А где мне тогда смотреть? Что за скам? Не, неудобно жить, когда у тебя закрыты двери. Какие тут секретки? Помогите. Может, что-то в стене есть, что-то такое. Не знаю. Шины от машины. Может, там другая комната? Открою, открою. А, ага, там у нас что-то есть. Куда? Мы идем куда-то вниз. Вниз идем. А, там типа особо ничего нету, зато внизу как много всего. Какой-то стеллаж. Иду сюда. А, вот тут уже есть кровать, это все. Я-то думаю, что не так-то, конечно. Ребят, ну круто же. О, а я... Так. А, ой. Так, ко мне пробрались, ребятки, все. Лайни не умеет следить за бункером. Кстати, эта штука красная, она крутится как, да, или нет вообще? Стеллажик еще. Это у нас что? Что да как? Мы сидим, рассматриваем, что-то делаем. Ну, бункер крутой, реально. Get bottle. Попьем. Слушайте, тут все для счастья. Мне эта комната нравится. Еще бы я бы хотела смотреть камеры. Ну, я так понимаю, смотреть... А, change камера. Вот теперь реально интересно, могу смотреть, кто-то там есть или нету? Change камера. Так, в смысле? Что не так? Ну, ладно, смотрим, типа. А если там реально будет кто-то гулять? Мне прям интересно, ребят. Надо будет это как-нибудь проверить. Опа, вылез. Не вылез. Не, не вылез. А, это та самая камера, я поняла. Окей, нас тут закрыли, получается. Ну все, вылезаем отсюда. Бункер, конечно, очень крутой, мне нравится. Но... И тут камера, о господи, круто, круто. Погнали дальше. Тут все начали в мой бункер проходить. Что за трэш, ребят? Хорошо, что я сейчас в мире, где нету зомби. Эх. А это для зомби у нас. Не волнуйся, сейчас мы это перекрутим как-нибудь для воды, все, и мы вылезем. Теперь у меня есть свой личный бассейн. Ну все, ребятки, ставьте лайкусики, подписывайтесь, особенно лайк этому крутецкому дому. Всем пока-пока! Уи!